Спонсоры программы «Автокомплекс Три Пятерки». Комплексный ремонт автомобилей на Северной 163 и КПК «Восточный фонд сбережений». Ваши деньги растут здесь. Сберегательные программы. Займы. Стабильно. Надежно. Выгодно. Здравствуйте, это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о ситуации на дорогах города и области, а также о происшествиях. На перекрестке улиц Театральная и Соколовская тройное столкновение. Mitsubishi Pajero Mini двигался по улице Чайковского со стороны Астрахановки по крайней левой полосе. Toyota Carina в соседнем ряду в том же направлении. Чайзер ехал по Соколовской и поворачивал направо на Чайковского, то есть двигался по главной дороге. Carina, не пропустив Чайзера, выехала на перекресток, параллельно с ним выехал Pajero. Чайзер ударил Toyota Carina в заднее правое крыло. Та, в свою очередь, ударила Pajero и вылетела в кювет, повредив дерево. Виновник ДТП – водитель Carina. По улице Красноармейской 4А грузовик китайского производства, за рулем которого был иностранный гражданин, сдавал задним ходом и не заметил Honda Fit. Произошло столкновение. В ДТП пострадали только автомобили. Неподалеку от кольцевой развязки по улице Калинина произошло ДТП с участием Toyota Fun Cargo и Nissan Atlas. Оба авто двигались в одном направлении. Toyota по левой полосе, Nissan по правой. Грузовик начал перестраиваться, не заметил своего оппонента, произошло столкновение. Пострадали только автомобили. ДТП с участием трех автомобилей – Toyota Crown, Toyota Creta и Toyota Town Ice. Все три автомобиля двигались по улице Калинина в сторону авторынка. В районе адреса улицы Калинина 144 водитель Creta намеревался выполнить левый поворот и остановился. За ним остановился Crown, а ехавший за ними Town Ice не успел остановиться и собрал всех в кучу. Повреждения незначительные, в ДТП никто не пострадал. На перекрестке улиц Пионерской и Пролетарской произошло жесткое ДТП с пострадавшими и участием двух автомобилей – Nissan Tiida и Mark II «Старый универсал». Как утверждают свидетели, Tiida двигалась по улице Пролетарской в сторону 50-летия октября. Mark II по Пионерской в сторону ЖД вокзала. Mark II не пропустил Tiidu и на полном ходу въехал в левую переднюю часть автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина-водитель Mark II. Остальные участники получили значительные ссадины и ушибы. У автомобилей серьезные повреждения. В Благовещенске произошло происшествие с пассажирским автобусом, следовавшим в Маховую Пать. Выехав из города, транспортное средство неожиданно задымилось. Пассажирам пришлось срочно выбраться из салона. На улицу, однако, им помешала заклинившая дверь. В распоряжении СН-24 оказались фотографии с места происшествия. Салон автобуса номер 19 внезапно заполнился дымом, рассказали очевидцы. В это время в нем находилось около 15 человек. Сильной паники среди людей не было, вскоре они выбрались на улицу. Что именно произошло, не было понятно. К задымившемуся автобусу подбежали водителей проезжающих мимо машин. Многие несли огнетушители. Пассажиры автобуса остались ждать на остановке следующего рейса или пошли по домам пешком. Пострадавших нет. На перекрестке улиц Тениста и Калинина произошло ДТП с участием Toyota East и Toyota Premio. Оба автомобиля двигались по Тенистой и на улице Калинина намеревались совершить правый поворот в сторону кольца. Водитель Toyota East остановился перед пешеходом, водитель Premio не успел среагировать и допустил столкновение. Пострадавших нет, повреждения транспорта незначительные. На перекрестке улиц Загородная и Горького произошло ДТП с участием трех автомобилей. КАМАЗ службы МЧС «Пожарный», Toyota Corolla и Toyota Corona. КАМАЗ и Corolla двигались по улице Загородной в сторону улицы Ленина. КАМАЗ двигался в левом ряду, Corolla в правом. После проезда перекрестка Corolla неожиданно для КАМАЗа решила перестроиться с правой полосы в левую. КАМАЗ подцепил ее своим бампером. В этот момент она была у него в слепой зоне. И начал разворачивать ее впереди себя. Corolla поставила поперек КАМАЗа и передняя часть Corolla вылезла на полосу встречного движения, ударив Toyota Carina, движущуюся им навстречу. В результате ДТП никто не пострадал, повреждения автомобилей умеренные. И на сегодня это все. Берегите себя.